после неудачных таких, скажем, не его выступлений в вольных упражнениях. Скрещение в стойку здесь хорошо. Элемент группы D. 0,4 прибавки. И поджался немножко здесь на повороте на одной ручке. Вот это для Артура сложный элемент, тоже коварный, но справился с ним. Еще поворот на 360 противоходом, здорово, в кругах до лассала. И пошла дальше серия еще кругов. Проходка боком. Невероятно трудно. Ну, здорово, Артур держится, действительно собрался. Сейчас самое главное терпеть. Ну, что ж такое-то? Что такое с тобой, Артурчик? Что да. Лапочка? Какую он эффектную часть провел. Все уже, казалось, было позади. Не задается, не задается сегодня у него работа, к сожалению. Ну и, кстати, разговаривали буквально мы накануне с Артуром. Так. Не смог объяснить. В квалификации тоже не совсем удачно выступил. Не очень ровно, да. На перекладине упал. Так-то в целом неплохие были оценки. Вот, но говорит, вот. Что-то вот никак у меня здесь не складываются соревнования, да. Ну, смотри, все-таки еще где-то в середине пути комбинация. Доделал, сейчас хорошо, да. Хорошо. Но уже с минус в один балл. К сожалению. Да.